В Люберцах продолжается серия концертов для старшего поколения. Уже шестая по счету встреча прошла во дворце спорта «Триумф» и собрала рекордное количество гостей. Как представители серебряного возраста провели время, покажем в сюжете Луизы Егиазарян. В банкетном зале Дворца спорта «Триумф» сегодня аншлаг. Более 200 гостей заняли места в зрительном зале, чтобы послушать любимых артистов. Но по традиции перед концертом небольшая разминка и суставная гимнастика. А теперь те, кто ни разу никуда не ходил, ни на какое занятие по долголетию. Первый раз пришел, покажите. Инициатор таких встреч – депутат городского округа Люберцы Владимир Сурков. Мероприятия, объединяющие представителей старшего поколения, проходят при поддержке «Единой России» в рамках акции «Забота рядом». Основной мой посыл – всех вас вовлечь в занятия физической культуры и спорта в рамках программы активного долголетия нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. На базе «Триумфа» у нас проходят замечательные занятия. Суставная гимнастика, йога, фитнесы. Все это бесплатно. Вот в этом здании, на втором, на третьем этаже. Лауреат всероссийских и международных конкурсов певец Алексей Блинов исполнил для гостей песню «Люберцы», посвященную 400-летию города. Затем к зрителям вышел ансамбль «Китиш» и баянист-виртуоз «Споем вместе». Хорошо, очень даже хорошо, интересно, общение. Спасибо большое. Песни нравятся. То, что они из кинофильмов, это все уже знаем мы. Идея очень хорошая, как же. Где еще попить, если не здесь? Молодцы, что все это организовали. Спасибо вам огромное за вот это вот все. Хоть немножко настроение поднимается в этот ненастный день. Прекрасно все. Приятные впечатления, подарки и хорошее настроение жителям городского округа дарят каждый четверг. Следующий концерт состоится 2 ноября в 18:00 во дворце спорта «Триумф». Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.